Мне очень приятно присутствовать при трехлетии национального телевидения. Дело в том, что Торгово-промышленная палата была свидетелем рождения национального телевидения. И мне очень понятны те организационные хлопоты, да вообще выбор технических решений. И много чего нужно решать при рождении такого серьезного, сказать, мероприятия, такого серьезного проекта, как национальное телевидение. И по истечении 3 лет очень приятно наблюдать за тем, как профессионально вы работаете, какое у вас оборудование, какой коллектив, какие проекты. Мне это еще более понятно, потому что у Торгово-промышленной палаты с национальным телевидением традиционно действует несколько проектов, и мы являемся постоянным участником различных передач. Не могу не отметить такой проект, как «Покупай продукцию чувашских производителей». Я очень надеюсь на помощь национального телевидения в продвижении интересов наших производителей на различные рынки и, конечно, на рост популярности наших производителей среди населения республики. Спасибо вам.